Очень прошу помочь блогеру Александру Ноздринову, которому на Кубани, Новокубанский так называемый районный суд Мантия Аладьева дала 8,5 лет лишения свободы за свое мнение по поводу СВО, опубликованное по 207.3 по части 2. Это чудовищный произвол. Я очень прошу поддержать Александра. Он находится в СИЗО 2 города Армавира, улица Пугачева, 32. Хотя бы письмом, посылкой, бандеролью, звонком этой Аладьевой, Новокубанский районный суд Краснодарского края. Это вот просто слов нету. Если мы сейчас не защитим свободу слова в интернете, то мы потеряем все. У нас последняя ценность, которая у нас есть, это свобода слова. Больше, вот, если мы сейчас ее не защитим, а мы, это я вот нахожусь в СИЗО, я обращаюсь ко всем подписчикам Александра и моим, и всем вообще здравомыслящим людям, которые берут альтернативную информацию в интернете. Я очень вас прошу, защитите свободу слова всех политзаключенных, всех арестованных блогеров, которых судят за то, что они неугодны действующему режиму. Только за это, за их альтернативные взгляды, убеждения, идеи, которые противоречат официальной линии Российской Федерации. Вот все. Когда мы говорим «Путин», Путин хочет от Запада защититься. Да это Запад хочет с помощью Путина защитить свои интересы на территории России в формате Российской Федерации. Да. Пора это уже понять. Делали украинские переговорщики. И именно Российская Федерация, Федерация постоянно... Вот за это мы сидим. Никакой демократии нет, никакой свободы слова. Задумайтесь, народ здравомыслящий. Просыпайтесь, просыпайтесь, очнитесь. Недопустимо, вы понимаете, это массовое какое-то безумие. Просто безумие. Показывают день и ночь по телевизору эти военные действия. И что? Как можно воспринимать нормально здравомыслящий человек вот это насилие, агрессию, убийство, кровь? Как это возможно? Мир перевернулся. Что творится? Люди, просыпайтесь.